Друзья, у меня сегодня к вам только одна просьба. Не могли бы вы взять наш ролик и разбросать его где только можете? Можете не ставить лайки, можете не писать комментарии, но, пожалуйста, пусть каждый из вас, кто зашел на страничку, нажмет хоть раз поделиться. Прошу вас, прошу, устройте марафон этому ролику. И поделитесь им со всем миром, куда только можно. Прошу вас, друзья, помогите разбросать ролик. Приюту нужна ваша помощь. От вашего решения и помощи зависят 2500 жизней, за которые мы с вами боролись все эти годы. Всего лишь нажать кнопочку «Поделиться». Поделитесь, друзья. Вы наша последняя надежда. Глубокой болевой чувствительности у собаки нету. Вот я вам последнее то, что отправил. Это, скорее всего, пуля на вылет прошла. И там разрыв спинного мозга. Прям, ну, 99%. Оперировать как бы нечего. Там бедро сломанное, но сросшееся. Ну и куча пуль еще в брюшной. Их тоже, в принципе, доставать не надо. Вот, спинальник. Нужно будет заниматься просто. Отдавливать мочевой и прочие вещи. Thank you.